Здравствуйте. Давайте сегодня зайдем в BIOS ноутбука DEXP. Модель чуть позже посмотрю. И настроим его загрузку для загрузки с флешки. Включаем ноутбук. Жмем клавишу F2. Нам вот снизу подсказка. Подсказка появляется. Все, вот попали с вами в BIOS. Стандартный BIOS. Обычный DEXP. Это, скорее всего, ребрендинги известных марок. Здесь заходим в бут, и здесь у нас все просто. Меняем hard drive, давайте посмотрим, BIOS Priority, Disabled. Она стоит, то есть здесь нам ничего не надо. Заходим в первый пункт и выбираем загрузку либо вот с жесткого, либо с флешки. Ну, можно вот через сеть грузиться, но это в ноутбуке привода нет, заглушка стоит, привод отсутствует, дешевая модель. Все, ставим мою флешку, с которой хочу грузиться, и здесь на первой строчке два раза Intel. Также здесь появляется надпись, что можно нажать F7, чтобы попасть в boot меню. Давайте попробуем F7. Жму справа, снизу надпись. И да, вот попали с вами в boot меню, где тоже самое можем выбрать, с чего грузиться. Выбираю нашу флешку и смотрю, пойдет ли загрузка. Да, загрузка началась, флешка у меня стоит справа в разъеме, который черного цвета. Слева разъем есть и черного, и синего. Возможно, если в синий установите, установка у вас не пойдет. Загрузка у меня, получается, не идет. Это окно у меня уже стоит минут, наверное, 15. Это начинается грузиться загрузчик моей обычной флешки загрузочной, и ничего не происходит. Давайте Ctrl-Alt-Delete не работает. То есть, скорее всего, бук завис. Выключаем его. Включаем опять заново. И заходим в BIOS. Давайте теперь попробуем загрузиться с флешки UEFI. Для этого что мы сделаем? Ну, давайте сделаем сброс настроек до заводских настроек BIOS. Так, сейф изменения. В boot UEFI сделаем enable. Теперь здесь все, после этого давайте перезагрузимся, потому что флешку я вставил, а BIOS ее не увидит, пока я не перезагружусь. Все, давайте заходим опять в boot. Да, вот видим, что флешка моя видится, UEFI Jet Flash Transcend. Давайте я ее поставлю первую, 32-гиговую. После этого запускаю, точнее сохраняюсь и ухожу в перезагрузку. После этого у меня должна начаться установка Windows. Да, все, вот мы видим, что установка Windows у меня началась. Можно выбрать любую винду из предложенных, точнее здесь две, Windows 7 64 бита, либо Windows 8.1 тоже 64 бита. Все, вот так можно установить винду на этот бук. Всем пока!